Дорогие девочки, смотрите, какие шикарные розы. Вот первый раз задумалась о том, чтобы купить розу в дом, в квартиру. А все воспитывала, рассказывала. Огурцы, надо садить огурцы на окошке, помидоры выращивать. Угу. Такая умная. Вот, очень красивая. А сейчас иду, смотрю, все-таки я пришла снова за пахиподиум. Это, оказывается, бешеный дефицит. В Москве его нету. Значит, буду выбирать кактусики. Кактусы у меня уже есть. Это все мне очень-очень знакомо. Сейчас что-то буду придумывать. Но не хочу колючие. Вот там очень классная вещичка. Вот она. Сейчас я посмотрю. Девочки, пахиподиумов нету, да? А в связи с чем это? А, ну вообще бывает, да? Спасибо. Я второй раз уже приезжаю. Второй раз я покупаю не то, что я хотела. Спасибо, девочки.